Какая довольная идет. Гадина, сейчас взорвется. Все, последний стой. Размажу тебя, как муху об стекло! Ну это ты еще кто? Хватит уже про насекомых! Ух ты! Нет. Ни хурма себе! Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим. Мы продолжаем с вами проходить DLC про черную кошку Человека-паука. Итак, у нас, короче, там какое-то событие. На черную кошку, я так понимаю, движется этот босс. Как его звать? Кувалда? Не Кувалда, но нам нужно ее, видимо, спасти. Давайте, полетели. А, вон она! Я ее вижу. Такая довольная идет. Гадина, сейчас взорвется. Вы серьезно? Кто не смотрел предыдущую серию, смотрите, ребят. Вот он. Мы не успели. Продолжение следует. В смысле? Это конец DLC? What? Пропустить? Ну давайте пропустим. Офигеть. Ого. А тело так и не нашли? Нет. Думаешь, она жива? Не знаю, ну, все возможно, да, но... Ну, и каково тебе не быть папой? Нет, нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Ну, у меня и так полно проблем. Да, да уж. Жесть. Но отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Когда-нибудь. Думаю, да. Короче, да, ребят. Чтобы понять, что происходит, нужно смотреть предыдущую серию. Итак, жизнь посредством пройдена. Поздравляем, вы завершили кампанию ограбления. Приключения продолжатся в следующей кампании «Войны банд». Поздравляем. Отлично. Ах, костюм ука, Человека-паука. Что за ука? Пошли смотреть. Вау. Ну, такое себе. Чтобы получить этот костюм, выполните все задания в районе ограбления. Нифига себе. Чё за костюмчик? Ну такой костюмчик себе, да? На самом деле. Ну ладно. Окей, ну пока побегаю в этом костюмчике. Фиг с ним. И чё нам теперь делать? В новое DLC переходить, что ли? Войны банд, да. Это ограбление у нас. 95% я прошел, ну потом пройдем. Давай в войны банд переключимся тогда. Пошли, это у нас будет продолжение про черную кошку. Капитан Юрий Ватанабе. Доклад о ситуации. Угу. Фелиция Харди, она же черная кошка, пропала без вести. Или мертва. Она объединила усилия с Доном Маджи и Кувалдой для шантажа главарей других семейств. А потом предала его. Он отомстил, используя украденное у Соболя оружие. Очень жестко. В результате пропали как сама Харди, так и компромат. Теперь Кувалда жаждет крови. Попытка шантажа провалилась, и он решил пойти в открытую. Надеясь устранить остальных донов силой. С этой целью он продолжает прибирать к рукам оружие, оставшееся после ухода Соболя. Мы конфисковали столько их вооружения, сколько смогли, но этого может не хватить. Банды настроены серьезно, и Нью-Йорк для них – поле боя. Но, возможно, нам все же повезло. Маджия прижали Кувалду в старой гарлемской лечебнице. Если удастся отвлечь его людей... Мы сможем запустить внутрь небольшую группу и взять его живьем. У нас только один шанс, и его нужно использовать. Лечебница. Arkham Asylum. Не, это в Бэтмене. Ладно. Все понятно. Короче, войны банд начинаются. По твоей команде. Костюмчик у нас тот же? Я постараюсь их отвлечь.
Готовы, господа? Паук, зацени. Часики. Не по уставу, лейтенант. Прошу прощения, подарок от моего мелкого. Не каждый день работаешь с легендой. На этот раз прощай. А теперь приготовься. Да, мэм. Нифига себе, тросы. Тросовчик, паук. Поехали. Вот же жесткие фигурные, смотри. У этих оружия соболя главное. А у них простые. Новые приемчики, паук. Чёртов паук! Никто не считал в искусстве войны про отвлекающие маневры. Нет? Хорошо. Давай. Гангстерская война. Люди кувалды против... Отлично. И я, конечно же, в этом по самые уши. Кто там? Это еще кто? В смысле кто? Ты не знаешь человека в трико? Он же гад. Хотя нет, ему подходит. О, хорошо. Нужно отвлекать внимание на себя, пока Юрий с отрядом пытается тихо взять кувалду. Боже, попал. Но ты попал. Так. У нас большие потери. Иди сюда. Давай. Лучше беги, пока еще можешь. Минус один. У каждого дома должно быть дурацкое прозвище. Дай подумать. Как насчет лося? Давай, вырубаем это. Красиво. Может быть, тюлень? Так, надо... Что-то морское же подойдет. Нам нужно больше людей. Иди сюда. Иди сюда, блин. Достал ты. И ты сюда, стрелок вонючий. Полетел. Полетел. Сюда, дядь. Лети отсюда. Так, сколько там еще осталось? Да много еще, кстати. Это Маджи, да, банда? Итальянская или чья? Да где он? Да я тут, дядь. Я просто летаю. Ой, лови. Боже! Чел, ну это против правил. Придется тебе ульту мою увидеть. До свидания. Кувалды дерутся против остальной Маджи. Это как прийти на вечеринку, где всех ненавидят. О, подожди, чё, мне некогда. Ловим. Кидаем. Боишься? Правильно. А, понял. Не переходи дорогу, Матвей. У нас минус один. Лови. Почему? Главное, они когда в меня стреляют, такой взрыв происходит от ракеты. А если я ее кидаю, короче, просто какой-то это... Ого, все разрушается, нифига себе. Кто там? Ловим. Чил. Прости. А, достал. Ни те, ни другие не собираются заканчиваться. Тебе конец. Юрий, вы как? Подтвердили ликвидацию цели. Ух. Вперед. Ой. Да, порядок. Так, мне сюда. Здорово, чел. Ух. Ты офигел. Ты офигел пускать меня свои... Да я так хоть весь день могу, но вообще не хотелось бы. Да. Миниганчик! Ненавижу! Не стой, давай. Стреляй, миниганчик. Убьем его! Так. Не, миниганчик не стреляет. Вот сейчас. Давай! Миниганчик! Да боже! Идите на... Ты специально, гад! Я же сказал, стреляй! Давай. Боже, как от него убегать, а! Ты не подумал, куда лезешь? Ты себе могилу копаешь! Так, миниганчик. Надо смотреть, как он будет, короче, стрелять. Так, лови пока дверь, чувак. Установишь дома. У тебя двери... Нету, по-моему. Да нет, миниганчика! Так, ладно. Понял. Вот. Боже, он просто все хп мне! Есть!
Миниганчик минус. Так, кого? Офигеть! Это надо подкачаться. Вернее, КПшку поднять. Все, последний, что ли? Размажу тебя, как муху об стекло! Ну, это ты еще кто? Хватит уже про насекомых! Они взяли эти. Все, я понял. Контроль для уклонения, я понял. А как тебя вырубить? Понимаю. Так, ладно. Мне как-то надо его вырубать. О, нифига! А что так изи я его, смотри. Видел, что сделал? Кстати, я знаю одного парня, у которого щит покруче. Да, реально, он знает. А, еще? Ну, враги! Он врезался или что? Как его мочить-то? Я чуть не понял, чуваки. Смотри. Оп. А, понял. Так вот, да? Давай. Новое добивание будет, нет? Эй, я уклонился. Блин, что-то я очень много хп теряю. Давай, щитовика надо. Капитан Неда Америка. Сюда иди. О, отлично. Так, этого вырубаем тоже. Так, хорошо. Все, все. Да. Иди сюда, ты. Вонючка. Есть. Примерно на такое. Ух, я и рассчитывал. Сфоткать мне что-то нужно надо. Нужно догнать Юри. Так, Юри там. Сейчас я сфоткаю пока. Юри, подожди. Быстренько, быстренько. Вот, да, вот здесь. Настоящий, да, шедевр. 42 фотографии уже. Все, возвращаемся к Юри. Где она? Юри? А, вовнутрь идем. Да, дальше. Понял. У нас еще не завершенный дело. Юри, снаружи порядок. Как твои дела? А, связь плохая. Она, наверное, сейчас в подвале. Ну, начинается. Надо бы ее догнать. Так, ну окей. Пошли смотреть. Здесь, наверное, сейчас по стелсу надо будет делать. Красота-то какая. Тут поди призраки везде. Не говори. Юри, конечно, может о себе позаботиться. Но мне все это не нравится. Я должен ее разыскать. Надеюсь, тут нет туалетных привидений. Это было бы уже слишком. Офигеть здесь. Разрушение. Ух, крутой паркур. Наверное, не во всех старых психушках обитают духи людей, которых там замучили, но... В этой они совершенно точно есть. Эй, Юрий, ты слышишь? Ну, попробовать стоило. Куда она пропала? Им ничего не будет. А вот хрен, это на... Что это? Во время спектакля не шуметь. Офигенно. Похоже, что это штаб Кувалды. Но самого Кувалды что-то не видно. Они делали ставки на районы. На то, кто будет их контролировать, когда они покончат с Маджей. Что ж, удачи им. В Нью-Йорке любят, когда им указывают. В казино играли тут. Другие доны Маджи. Очаровать. Дон Мокьо. Говорят, изобретательный малый. Угу. Дон Коста. Заказывает людей направо и налево. Это же Джейсон Стэтхэм. Дон Цицерон. Большой Ц. Удивительно, но то, что он юрист, еще не худшая его черта. Дон Фортунато. Фактически лидер Маджии. Я слышал, его сын хочет выйти из дела. Короче, понял. Значит, здесь Цитрамон, Фортепиано, Джейсон Стэтхэм и Черная Пантера, может. Так, ладно. Юри! Не нравится мне это. Откуда это было? Нужно ей позвонить. Вон оттуда. Понял.
Так звони, паук, чё у тебя, связь там? Они пофиг. Как бы срезать? Мы их прикончим, всех до единого. Сколько их знаешь, тут? Что там? Думаешь, мне жить надоело? О чём ты? Мы охраняем... Парню давно пора передохнуть. Её нельзя. Привет. Чё, мужик, печатаешь все доллары? Грязная зеленая бумажка. Да, так что хватит лишних вопросов. Да понял, я понял. О, чуваки. Чё у вас? Коробки шумят. Не хотите проверить? А? Отлично, минус. Так, чё? Ничего. Ну, естественно, ничего, иди сюда. Вот здесь что-то, смотри. Вот тут коробку проверь. Она шумит что-то. Ты у меня получишь. А кто меня спалил? А, вы. Ясно. Тогда пипец вам. Хотел с вами по-тихому, по-хорошему, просто бы прикрутил бы вас к потолку. Теперь придется вас просто убивать нафиг. Да еще какой, блин? Это русский, огромный блин. Не то, что у вас там американский. Чидж. Панкейк, или как он там называется. А теперь узнаем, зачем Кувалда поставил тут такую толпу громил. А куда идти дальше? Туда? Паук? Расскажи, пожалуйста. А, вот двери. Открыть. Блин, я бы лучше их с ноги, конечно, открыл. Ну да ладно. Пошли. Залетаем в форточку. Техника Соболя. И... А что еще непонятно? Как Кувалда умудрился раздобыть это все? Нифига себе. Как ограбил? Тут много видеоснаряжения. Интересно, что бы про все это сказала Чудила? А это что? О. Выглядит слишком искусно для барахла Кувалды. Ага, какой-то прототип, смотри. Бади-прототип. Ага. Какой-то костюм, чуваки. Мониторы. У нас будет... На одном из них может быть Юрий. Нужно посмотреть. У нас будет удать какой-то сильный враг здесь. Они используют старую охранную систему. Ну же, Юрий. Видишь ли, я джентльмен. Постучи, я бы вас впустил. Нет. Кто это? Но это он, Кувалда. Надо было прокрадываться. Вот что мне не нравится. Ух ты! Нет. Нихурма себе! Чё за железный лоб? Трус! А? Ой, зря, чё. Ой, зря. Не, он специально, он молодец, он отвлёк, чтобы он не убил Юрия. Все играли по правилам. Вы бьете нас, мы вас. И вы знали ваше место. Вы нас боялись. Сейчас. Красавчик, чё. Вы красавчик. Думаете, нас можно просто сбить? Земля тебя пухом. Пора снова познать страх. Давай, паук! Ой, Юрий, красавчик! Паук, где ты, господи? Бросай пушку! Руки за голову! А если нет? Капитан, мне жаль. Ну, живо! А вот и он. Вот он, страх. Давай же, Юрий! Красава! Наконец-то! Ау! Что за круто вспышка? Ну, отлично, он убежал. Юрий!
Юрий, где ты? Да включи свет. Еще паук, Юрий, Юрий, где ты? У тебя, блин, маска, у тебя, ты вообще в темноте все должен был видеть. У тебя сверх какой-то там фантастичный костюм. Что за ерунда, паук? Юрий, ты точно в порядке? Да, мне просто нужно перевести дыхание. Давай сделаем так. Я выслежу кувалду и попробую выяснить его планы. А ты приходи в себя. Это хорошая мысль. Я должна позвонить семьям моих людей, рассказать им обо всем. Не оставляй меня в неведении. Сразу сообщай обо всем, что узнал. Обещаю. Мы остановим его, Юрий. Нет, не остановим. Мы его на части разорвем. Согласен. С личных счетов. Нельзя дать кувалде гулять на воле. Я слышал, его люди частенько собираются в безымянном баре. Будет правильно начать охоту оттуда. Так, безымянный бар какой-то. Подожди, я хочу посмотреть, там же мне новый костюм дали, чуваки. Что за костюмчик? Где он? Нифига себе! Смотри, тут какие костюмы, вообще жесть. Еще, и еще потом три. Вот это я, получается, не получил, потому что на 100%, видимо, не прошел игру. И вот это я не получил, потому что основную всю тоже игру не прошел на 100%. А у них нету никаких суперспособностей, да? Они это просто костюмы. Вау, я какой-то черепашка-ниндзя какая-то в броне. Реально, ты посмотри. Прикольно. Ну что ж, чуваки, у нас продолжается с вами DLC. История Черной Кошки не закончена. Я надеюсь, что все-таки все будет хорошо. Не надо мне только писать и спойлерить в комментариях. Ну а просто в комментариях вы можете написать... что я люблю паука. Всем удачи, всем пока.